3-3, дорогие друзья, у нас здесь 7-й раунд, первая половина, опять же, идет подряд дабл-килл от RPK, трипл-килл от RPK, легко и просто щелкает своих противников, как орешки. Может быть, им нужно просто разыграться, почувствовать свою скиллуху и тому подобное. Хэппи оформляет уже трипл в этом раунде, бомба стоит, это уже минимум для KPI. Пытается драгона пресс-контролить свой юспик, получается, две головы снимает. В итоге три головы снимает. Отличнейшая работа, на самом деле. Анш, ой-ой-ой, какие тайминги. Финес в итоге на таймингах его и ловит. Ох, там фагли-то, смотри, ты сжал, что ж ты творишь-то, родной, ты мой, фагли, еще минус 3. Взлетаешь прям вообще на ура, как бургер по выходным с утра. Ой-ой-ой, Бризи убивает пусто, в итоге Катли разменивает Бриза моментально. Катли, хорошо работает, Катли, трипл-килл, да ладно, просто квадро-килл. Это шведское дерби на испанской земле, NAP играет в атаке. Ну и Резлан смешно подписался. Почти дельпан, просто посмотрите на банан врыв от Реза. Релакс на перетяжке, пытается найти свой килл через смок, не получается. Резлан, еще один минус по расти, уже неплохо все смотрится для команды NAP. Рез идет дальше, посмотрите, минус 3 в этом раунде, минус 4. Пистолетный пока что в пользу NAP просто заводит сам этот молодой игрок, и только остается Фредди Дефрог. Рези, это ква-ква-ква-ква, квадрокилл, в итоге это эйс, это пятый фраг, минус фрог. То игроки в игре, они тем более должны о таком думать. Здесь, конечно, Red Reserve допустили ошибку и сейчас могут поплатиться. 2-3 ситуации. Гитрай на хорошей позиции делает Дракен. В это время Дрейкен, простите, минус. Еще один минус от Дрейкера. Дрейкен, простите. Дуэль снайперов и Дрейкен здесь делает в итоге трипл килл. Мейсон, ну, здесь может быть даже какой-то тильт пошел от команды KPI. Моди, так, выход там слепущий, донг находится под машиной, так, забирает его Моди, неплохо, размена пока что от Алекса, нет, выход от Моди тоже сбивает соперника, без шансов, еще и по-третьему залетает. В этой ситуации он просто становится кормом для команды, геройки для Моди, который оформил в этом раунде, минус 4. И будет работа дальше от Алекса, нет, не будет, Моди реагирует, но как же ЮМПшка здесь жесткая, на каких дистанциях, ребята, но есть размен от Мейсона вместе с донком, пока что ситуация 3 в 3, и это шанс для команды KPI хотя бы поставить бомбу, уже минимум выполнен, еще Юги не может выйти через китчен, а это проблема, что все через эту позицию действуют у нас игроки защиты, донг забирает Юги! Жестко, 3 в 2, сохраняется преимущество для команды KPI, еще и Мейсон пойдет в спину, как же жестко в такой ситуации действует Кэп. Что? Юги делает минус по бомбе. Стак в это время забирает ковры. Юги тут вообще просто тир для него. Совсем... Итан неплохо работает против Фореста, Рике забирает к дистану, тут же работает Дрейкен, ну что, залетает от Итана, Парислана просто в коннектор через этот самый глазок, ребята, это что-то очень интересное. Это ФНС вместе с Итаном на планете, нужно вместе сыграть, и получается 1-1, и не получается все-таки Дрейкену забрать этот раунд в свою копилку, но попытка была хороша. Рез уже поджал фонтан, и это информация для NAP, Экзист работает на бочках, отлично. Стрельба, Тимон забирает Кусту, и ФНС выходит в шорта, но там смог перекрыт. Отличная стрельба, отличная игра на хелпе от Гетрайта в том числе. Но здесь Гзист просто справляется на месте опорника, и вот он, Гетрыч, еще два минуса. Было очень больно, конечно, смотреть.